В этом видео я хотел поговорить про проект, который называется как Asia Reserve Currency Coin. Это проект, который блокчейн проект, который будет планирует делать стейблкоин и который направлен на работу в Азии, как вы видите, как можно видеть из названия. Одна из таких самых интересных проблем, которая закрывает этот проект, заключается в том, что, в принципе, если вы немного интересуетесь современной экономикой, то вы можете увидеть, что, допустим, страны Азии сейчас находятся достаточно в хорошем росте, имеется в виду в плане экономики. И, в принципе, этот регион, который называется как Asian, он сейчас один из таких, ну, не мировых лидеров, но один из крупнейших по именно обороту, экономике и прочее. Однако, тем не менее, как вы наверняка знаете, люди в Азии, несмотря на то, что они живут, в принципе, в достаточно активно развивающейся экономической регионе, тем не менее, они работают за малые деньги и при этом получают достаточно слабое экономическое развитие именно в плане, чтобы, допустим, если мы берем интернет, электричество, какие-то такие бытовые нужды, да и не, повторюсь, что несмотря на то, что регион вроде как развивается, если судить по финансам, а то, тем не менее, люди до сих пор еще живут бедно, и, соответственно, не получают той выгоды от работы, которую они должны были сделать. I just wanna be the one you love.